Не, ну пеньки-то, вот они пеньки. Сергей пенсионер. Чтобы поправить здоровье, он ежедневно гуляет по лесу. Возле стадиона Ветлужанка. В одну из прогулок он увидел рабочих, ловко орудующих бензопилами. После этого мужчина видел дровосеков еще не раз. Начиная с ноября месяца прошлого года, декабрь, и вот в этом месяце начало уже. И в том числе и летом идет вывоз на машинах. Теперь в самом сердце леса торчат пеньки, а поваленные деревья распиливают рабочие. Для каких целей рубите лес, можете нам сказать? Нет. Почему? Вопросы с начальством решают. Такие, я не вправе рассказывать. Но у вас, может, какое-то задание? Нет, просто попилить валенные деревья, все. В отделе лесопользования именно там следят за сохранностью деревьев, пояснили. Это вырубка санитарная. Рубка ведется аварийных и сухостойных деревьев, которые непосредственно имеют аварийно-опасный наклон на трассу лыжную, которая там проходит. То есть в целях безопасности граждан, поэтому такие работы необходимо проводить. На данный момент отдел лесопользования проводит дополнительные проверки. В случае, если выяснится, что рубили и здоровые деревья, нерадивыми дровосеками будет заниматься полиция. Анна Букарева, Михаил Зинкевич, новости ТВК.